Сейчас приготовлю карамелизированную грушу на кокосовом масле. Обычно ее готовят на сливочном масле, но тогда она получается жирная. Кокосовое масло больше для этого подходит. Сейчас покажу как. Растапливаю вот такое кокосовое масло. Теперь посыплю сахаром и оставлю еще жариться на пару минут, перемешивая. В форму выкладываю поджаренные груши и буду сверху накладывать вот такой нежный творог, не сладкий, 5%, он не имеет вкуса. Костный завтрак готов. И, кстати, за завтраком я сейчас пропила вот такие витаминки для здоровья глаз. Это экстракт голубой черники. Вот, так что моя постоянная покупка на Йорк. Кстати, о них я снимала отдельное видео. Еще можно лютеин, если совсем зрение упало, пропить в комплексе. В общем, да, пока только есть. Сейчас только их пью. Пришла посылка с iHerb. Скоро будет видеообзор. На моем YouTube-канале обязательно появится. Здесь много чего интересного и полезного. Хочу с вами поделиться, какое мне потрясающее пришло платье с AliExpress. Очень дорогая и красивая ткань и стоила бюджетнейшая. Я обязательно вам оставлю ссылочку, потому что если вот вы хотите на новогоднее мероприятие, на вечернее мероприятие очень эффектное платье, то это оно. И стоит, конечно, заказывать его заранее. Но я редко встречала на AliExpress такую ткань, которая за стоимость меньше 10 долларов смотрится очень дорого. И, конечно, я ставлю картинки, как она смотрится на модели, это платье. Смотрите, какая ткань. Она, конечно, очень эффектная. Здесь рукава а-ля летучая мышь. Я брала размер L-ку, но мне немножечко великовато, но M не было у продавца. Вот. Платье очень красивое. Обед. Макароны с сыром и всем, чем было в холодильнике. Мясо, маслины, салат, овощи, маслины, сыр, творожный, чай. И я сегодня возьму вас с собой в спа, VIP-спа в Минске. Если вы приезжаете в Беларусь, многие интересуются, где можно отдохнуть, то я очень рекомендую именно VIP-спа на базе отелей. Если вы захотите пойти в какой-то дешевый бассейн, с джакузи даже тем же, то есть вероятность, что кто-то туда полезет к вам в джакузи. Ну, то есть очень... У нас люди очень некультурные в плане отдыха, к сожалению. Вот поэтому я и хожу редко, но хожу именно в VIP-спа. Потому что никто не любит большое скопление людей, потому что я не знаю, как в России и в Украине, но в Беларуси люди очень некультурные, у них нет вот этого личного пространства, и ну как-то мне очень себе не нравится, мне не очень нравится, как они себя ведут. Вот, поэтому я люблю такое уединение. Обязательно, когда я посещаю места, я беру с собой скраб, потому что здесь есть сауна, и вот этот вот скраб в общественных местах, когда вы ходите, это просто спасение, потому что вот все-таки вода плохо сказывается на кожу в общественном месте из-за того, что то, что добавляют, что иссушает кожу, а он на базе масел, которые прекрасно увлажняют кожу, и вот аналогов я еще не нашла этому скрабу. Да, беру его на iHerb и уже рассказывала. Уход я свой не меняла, еще взяла вот такую масочку с собой, белорусская маска BioWorld, она очень хорошо восстанавливает после сауны, вот когда такое покраснение лица, она снимает все это и увлажняет кожу. Тут у меня еще пробник перевел умывалку для лица. Все, больше ничего с собой не беру, минимализм. Комплекс программы включает, который я взяла, маникюр, также здесь две сауны, бассейн, джакузи, бассейн с пушками. Кстати, всегда на базе отелей в спа есть абсолютно любые комплексы. Есть там с массажами, есть с обертыванием, есть с чисткой лица. Ну, в общем, кто что любит. Здесь есть два вида чая. Травяные чаи также входят в комплекс с ромашкой, с липой и с чабрецом и мятой. Очень вкусные чаи.